В Бураново началось строительство церкви. Участницы конкурса Евровидения 2012 не раз говорили, что их главная цель – возродить в родном селе церковь, которая была закрыта в конце 1930-х годов, а в конце 40-х и вовсе разрушена до основания. Поэтому большую часть своих гонораров они отдают на строительство храма. И вот мечта знаменитых пивуней начинает сбываться. На днях на месте возведения храма Святой Троицы строители расчистили площадку, забили сваи, а к возвращению фольклорного коллектива из Баку намерены залить фундамент. Планируется, что 30 мая на стройплощадке будет проведено богослужение. Новая церковь Бураново будет небольшой, 12 на 15 метров и скромной, так пожелали бабушки. Они подчеркивают, что им не нужно богатое убранство и росписи на стенах. Артистки хотят, чтобы новый храм был похож на те, что строили в давние времена.